Узбекистан – это жемчужина Востока. Страна, которая находится в Центральной Азии. Страна... Эти факты и так все знают и слышали. Это же Узбекистан. Вы знали, что когда Колумб случайно доплыл до Америки, он первым делом спросил у аборигенов? Извините, это Узбекистан? Нет. Я хочу Узбекистан. В Узбекистане живут самые лучшие рифмоплеты. Чай, пай, шашлык, машлык, помидор, мамидор. В Узбекистане есть необычные и уникальные вещи. Один из таких предметов – это пиалушка. Из нее можно пить чай, пить водку, точить ножи и, конечно же, мыть ковры. Шарм-эль-Шейх, Таиланд, Сан-Тропе. Зачем вам все эти курорты, когда у нас есть Бухара, Самарканд, Хива и, конечно же, Червак? И все по таким же ценам. Знаете, почему курс доллара больше? Да потому что сумма это узбек, а узбеки никогда не приходят одни. Как вы думаете, где больше всего корейцев, Северной или Южной Кореи? Конечно, на Кадышева. Знаете, почему Зидан ударил того итальяшку? Узбеки плохой народ. Что ты сказал? Мало кто знает, когда Гагарин улетал в космос, он говорил: не поехали, а узбек. Алгебру придумали узбеки! Великий шелковый путь придумали узбеки! Нексию придумали... случайно! Ирина Шейк на самом деле ушла от Роналда к узбеку! Дорогой, кого ты хочешь, мальчика или девочку? Я хочу... в Узбекистан! Бесконечно долго можно наслаждаться тремя вещами. Это утренний плов, дневной плов и, конечно же, вечерний плов. В Узбекистане есть лучшее в мире место. Это караоке-бар Нота. Отличная обстановка, лучшие композиции. Караоке-бар Нота. Друзья, вы запомнили? Тогда еще раз. В Узбекистане есть лучшее в мире место. Это караоке-бар Нота. Массив Ялангач возле 23-го дома. В Узбекистане есть очень много достопримечательностей. Площадь Регистан, Биби-Ханум, обсерватория Улугбека и, конечно же, Равшан Эрматов. Ах, какой же он красивый! Про узбеков поется во всех известных песнях. Великолепная пятерка. И узбек! Только в Узбекистане есть лаваш-центр Эвас, лаваш-центр Ихлос и лаваш-центр Лаваш-центр. Что вкуснее, бургер или самса? Ты чё, тупой? Конечно же, самса! Узбеки очень плохо играют в футбол. Ты чё, тупой? Сейчас уже нет. Какая машина лучше, BMW или Кобальт? Ну ты чё, тупой, а? Конечно же, BMW! В Узбекистане проживает огромное количество наций. Русские, украинцы, татары, евреи, шалом, немцы, греки. Лучшие люди на земле — это узбекистанцы. Самый красивый народ — это узбекистанцы. Самые талантливые люди — узбекистанцы. Самые сильные люди — узбекистанцы. А узбек, 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 узбек. Ах, какой же он красивый! Про узбеков огромное количество пословиц и скороговорок. Семь раз отмерь, один раз узбек. Без труда не вытащишь узбека из пруда. Ехал узбек через реку, видит узбек в реке, узбек сунул узбек руку в реку, узбек узбека за руку, салам алейкум! Ну и напоследок, это здесь мы, русские, татары, евреи, шалом, а там мы все узбеки. Команда КВН International, город Ташкент, страна Узбекистан!